С начала текущего года в регионе гражданам льготных категорий и сопровождающим их лицам региональное отделение Социального фонда России выдало 1470 путевок в санатории. Дагестанцы отдыхают и проходят лечение в здравницах республики, а также за ее пределами. Отметим, что получить путевку в санатории имеют право федеральные льготники, которые не отказались от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно. Подать заявление на получение путевки можно на портале госуслуг или в клиентской службы отделения Социального фонда России. Одновременно с заявлением нужно представить справку по форме 070У, выданную медицинской организацией по месту жительства. Длительность санаторно-курортного лечения для граждан льготной категории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью – 21, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней. Путевки предоставляются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболеваний. Проверить свой номер в очереди дагестанцы могут на региональной странице сайта Социального фонда России в разделе «Гражданам». Очередь на санаторно-курортное лечение. Для этого потребуется ввести номер СНИЛС.